очень жестко сегодня. После 4 или 5 игр мы не выиграли. Очень важно, что мы выиграли сегодня. Мы взяли 3 очка, но играли плохо. И за 3 дня мы будем играть против Байерови. Команда, которая играет очень хорош. Если мы хотим выиграть, нам надо играть очень, очень лучше. Внимание, вы с проводника взяли положение. Автомат проверить день напротив головы. Как-то сразу понял, что это пятая плюсневая. Уже начинаешь думать, понимаешь, какие сроки. 2 месяца это когда занимает всегда обычно, бывает даже больше. И уже думаешь, успеешь ли ты на оставшийся вот первый круг зацепить Лигу чемпионов, матчи, когда вот об этом больше переживаешь. Когда ехали в больницу, все равно, может быть, какой-то шанс был, что это может быть какой-то, не знаю, но... Все равно это оказалось пятая плюсневая, но это футбол. Помогло, что вот эта вот пауза на сборной, там мини-сборы, игра с Уфой. Физика это естественно, но больше вот это вот чувство партнера, чувство вот этого вот не хватает обычно после травмы, и в этом важно набрать. У нас на каждый матч один настрой – победить, и важно хорошо сыграть при этом, потому что мы молодые игроки, мы растем. У нас есть одна мечта – это большой стадион и основной состав. Сам я с Нижнего Новгорода, попал в «Локомотив» в 12 лет. Я приехал на просмотр, жил здесь неделю, сыграл 2 игры. Взял меня сюда Александр Анатольевич Кудинов с Сергеем Александровичем Клочковым. Понравился, и вот до сих пор я в «Локомотиве». Я тут живу, считаю, уже 7 лет. Каждый день смотрю на этот стадион. Мечта, конечно, здесь остаться и играть на большом стадионе. Там с Казанкой как-то еще могу где-то увидеть что-то, но вот с молодежкой не знаю. Но я знаю, что там много хороших ребят, в принципе, когда там в аэропорту общаешься и так с тренером разговариваешь, он говорит, очень много талантливых ребят. И просто нужно не останавливаться и получать от этого удовольствие. Все, что сложного? Что сложного? Оп! Желтый! Первый раз я побывал на Лиге чемпионов как раз когда уже в «Локомотиве». Тогда понял, год назад, что это совсем другое, потому что по телевизору это не так ощущается. А когда ты приходишь на стадион и видишь это вживую, у меня были мурашки и невероятные эмоции. Мы приглашаем вас в Италию. Тут тебе не дадут сделать 3 касания. Тут 1-2, и тебя прессингуют, не дают поднять голову. В молодежном бывают матчи, когда ты можешь спокойно принять, развернуться, отдать. Тут такого нет, тут все быстрее, все единоборство выше. Добро пожаловать, да. Это как бы... Даже с братом разговариваем об этом, что... Ну, не знаю, это такой кайф, что ты по молодости ездишь вот за границу, играешь топ-командами, и это Лига чемпионов. И ты уже тогда начинаешь это чувствовать. И то есть это в дальнейшем, я думаю, даст больше уверенности ребятам. И они будут уже как бы не то, что спокойно, но это придаст уверенности. Я думаю, результат это точно даст. Гол! Локомотив открывает счет. Был момент, Сулейманов, получается, Тимур зарабатывает пенальти. Я подхожу к нему, говорю, я просто пробил с Ростовом пенальти, забил в молодежке. И получается, Тимур зарабатывает пенальти, говорит, да, я пробью.
Но я слышу, Максим Юрьевич говорит, возьми сам мяч и пробей. Сулика есть незабитый пенальти спорта. Все, поменяли, Петухов будет бить. Петухов штатный пенальтист, у него нормально спинали. Я ставлю мяч, но я был уверен, что я забью. Мыслей в голове вообще не было. Это Илья Петухов. 82 номер, капитан. 2-0. Подошел, реализовал. Эмоции супер. Болельщиков было много. Это просто прекрасно. Лучше и просто. Это наш Локомотив! 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 Красавцы! Чуть поближе. Локомотив в предыдущих матчах не мог добиться победы, хотя были близки они к этому, да, в том же матче с Байером. Не повезло в двух играх, это с Байером и Атлетико, и в последней игре с Ювентусом дома. Мы тоже должны были добиваться победы, но видите, одна ошибка на таком уровне и такой результат. Ребята очень переживают, когда у нас что-то не получается, но, как говорит Максим Юрьевич, не надо опускать голову, надо идти дальше. После Лиги чемпионов сразу переключаемся на чемпионат, выигрываем игру, у нас уже настроение получше, и мы готовимся вот сейчас к Байеру. Я думаю, все-таки по молодости, наверное, больше каких-то лидерских качеств, наверное, проще проявлять себя и больше брать игру на себя. Это не говорит, что каждый должен хватать мяч и заниматься дриблингом. Нет, просто как-то вот уже вот с этих вот молодых лет начинать как-то больше ставить на себя, что ли. Ты только сейчас начинаешь понимать, что мы можем играть. Но это нужно до игры, понимать, что мы не слабее. Надо выходить и играть первым номером. Уверенность в себе, в своих силах. И тогда я думаю, что вот у ребят все получится. Все прекрасно понимают. Перед игрой мы еще поговорим, скажем нужные слова, и я уверен, что все будут заведены на 200%, потому что нам нужна только победа. Понимаешь, это когда общаешься с партнерами уже после игр, и там, смотришь на оставшиеся игры, и понимаешь, что мы можем из этого выжать максимум. И, в принципе, побеждать. В чем мы выступали, это, наверное, вот единственное, в конце, наверное, немножко вот сил не хватало, вот, наверное, концентрации, где-то лишнего фола какого-то даже, лишнего там, не знаю, там, задержать какое-то время на секунду, вот это вот сбить темп, и, может быть, этого немножко не хватало, но при этом ты смотришь на все это и понимаешь, что по сравнению с той Лигой чемпионов мы сделали шаг вперед, как-то, мне кажется, это все чувствуют, и в команде это чувствуют.